Всем доброго дня, меня зовут Надежда, приветствую вас у себя на канале. В сегодняшнем видео я покажу вам, как вяжется английская резинка спицами обратно-поворотными рядами. Для самой резинки мы набираем на спицы любым удобным для вас способом нечетное количество петель. И теперь мы вяжем первый ряд. Первую петлю снимаем. Одну лицевую петлю провязываем, провязали. Дальше делаем накид, следующую петлю снимаем, не провязывая. Одну лицевую, накид, следующую петлю мы снимаем, не провязывая. Одна лицевая, накид, следующую снимаем, не провязывая, и так вяжем до конца ряда. Предпоследняя петля лицевая и последняя кромочная изнаночной петлей. Разворачиваем на изнаночную сторону, вяжем следующий ряд. Первую петлю снимаем, делаем накид, одну петлю снимаем, не провязывая. Дальше две петли провязываем лицевыми вместе, накид и получившаяся у нас в этом ряду лицевая петля. Их поддеваем спицей правой и провязываем одной лицевой. Далее делаем накид и одну петлю снимаем, не провязывая. Далее провязываем 2 вместе лицевой петлей, которая у нас накид и лицевая. 2 вместе лицевой провязали, накид и одну петлю снимаем, не провязывая. И так до конца ряда. Последнюю кромочную изнаночной петлей. Довязали ряд до конца и разворачиваем на лицевую сторону. И так повторяете ваше вязание, повторяя первый и второй ряд. Высоту столько, сколько вам необходимо. Я провязала несколько рядов в высоту за кадром, чтобы вам показать, как выглядит резиночка. Резинка выглядит объемно, вот таким образом, и выглядит она с двух сторон одинаково. Вот так. Данная резинка хороша не только в оформлении рукавов, манжет и низа изделия. Также будет выигрышно хорошо смотреться, связанная такой резинкой полностью плечевое изделие, свитер либо кардиган. Берите на заметку и пользуйтесь. Если была для вас сегодня полезна, ставьте этому видео пальчик вверх. Не забывайте делиться им с друзьями. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока.